В микрорайоне Кунай 14 семей отметили новоселье. Весной, после прихода большой воды в Кустанай, их жилье было признано аварийным и непригодным для проживания. Теперь они получили новые дома площадью 80 квадратных метров. Ключи от них вручил заместитель премьер-министра Канат Бузумбаев, прибывший с рабочим визитом в регион. Пусть в этих домах всегда радость у вас будет, всегда детский смех слышен. И чтобы в дальнейшем подобные ситуации не происходили, мы будем, как власть, предпринимать все необходимые меры. В целом в стране тоже ситуация налаживается. Среди новоселов Любовь и Сергей Угановы. До этого они жили в районе Колесных рядов. Их дому было уже более 40 лет, но он был для них особенно дорог, так как это был родительский дом. Глава семьи рассказал, что апрель для них был очень трудным, потому что из-за паводка они лишились буквально всего. Впечатления очень такие классные, хорошие, большие, потому что мы ожидали, но... Даже получилось еще лучше, что мы вот такие хорошие, добротные дома получили. И за такой короткий срок построили, это вообще... Ну вот после такой нашей беды, что у нас дом потонул там, затопило после наводнения. И вот сейчас мы переезжаем в такой район хороший. Новые дома в Кунае состоят из трех комнат, а также кухни, кладовой и прихожей. Дополнительно имеется земельный участок 8 соток. Счастливая хозяйка Любовь Уганова сказала, что с переездом они медлить не будут и постараются перевести все в кратчайшие сроки. Вот это планируется спальня наша. Ну, мы с мужем здесь будет спальня, ну, конечно, мебель. Мебель будем покупать всю новую, потому что там у нас все утонуло, и уже старенькое все, вот это все будет новое. Параллельно торжественное мероприятие проходило и в селе Алтынсарино. Там, в микрорайоне Тазабулак, ключи от квартиры получила 21 семья. В один из новых домов переехала семья из Стаевых. Во время паводка они успели спасти только личные документы и одежду. Элтон шел на работу, рабочие уже были здесь. Потом шел вечером с работы, они до сих пор работали. С 10 до 10 ночи бригада тут была. За короткий срок, 38 дней, все построили. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогал, и за этот новый дом. Всем спасибо. Новые дома были построены за счет фонда «Казахстан Халкына». Всего в Кустанайской области приобретены квартиры и дома для 315 семей. В 815 домах идут восстановительные работы. Строительство еще 50 домов планируют завершить до середины августа. В этот день также были вручены квартиры от 22 домов в селе Тауш Жангельдинского района. Алексей Краснов, Алина Альмишева, РТН, Кустанайский район.